пришлось ставить опять вот трубы, все такое. Авария здесь, сюда прямо смотрю. Если бы, конечно, не Тополь, то все, там вызвал, куда больше. Вот. Обязательно. Потому что мотоциклист проезжал, как раз сломал это место. Это давно было, правда. Прямо до туда проезжал. Вот такое, это вот последний раз. Было и здесь. Здесь стоял. Вот тут калитку сбивало, вообще раздробило, к чертовой матери. Теперь дальше меньше уже. Вперед этого. Вот, пожалуйста. Куст какой. Сирени. Свалил. Все, куст было. Этот свалил, измял, управлял я его, друзей, не друзей, а ребят просил просто помочь, да что не совсем выплыл, ну, то же самое. С того конца, вот, видите, мы вот копали сейчас швеллер, только вкопали, машина врезалась, так рядом опять трубу поставили, потому что ничего уже не держит. Вот двойной даже стоит у нас. Гараж разбил, дверь разбил, стена, да. Попало в соседский бугорок прямо, вот, палисадник. И, ну и машина тут стояла, запах ей повредил, ее туда машину, а там еще маленькая сарайка. Так машина-то стенку у той сарайки пробила и сама повредила машину. Понятно, помяла, зад здорово помяла, это даже фотографии есть. Когда он ударил, разбил, расхлестались, все, они двое с девушкой тоже ехали, ага. И задом, значит, туда. Пока это мы там услышали, у меня он сигналом разбил, а сигнал в эту спальню зазвучал, пусть он попал, что выбежал, я за ней стрелял. Он задом сюда, значит, это все свернул и жухнул на утёк. И вот в эту яму врюхался. И вот тут вот он застрял. Но тут я смог у них забрать документы. Так тут уже никуда они не делись. Если бы все бы так развалины стоял, так они, ну, больше месяца делали это все. Вот так. Ну, сделал парень, молодец. Да. Сделал парень сам. Да вот такой парень работящий. Вот это вот копали. Копали. И вот залетела легковая, видите, даже согнула, вон как. И та до гаража не доехала, а в эту самую, тут борьба была, сетка у них. Это еще давным-давно здесь Тополь стоял, вот такой же, здоровый старый. Свалило его, и так соседки это, улетело весь Тополь полностью. Так этот сам вырос, клен. Вот я его сейчас тоже подрезаю, буду скоро подрезать, как морозки начнутся, сейчас уже рановато, еще он стал, я как подрежу, так подрезаю. Вот что это. Ну и что можно сказать об этом? Живем, мучаемся.